можешь судить сам себя. Это самый страшный суд. Потом будут вопросы. У кого? У ну, у всех остальных. Будет. Вот так там вопросы постоянно. У нас не будет, а на остальных. Да, мы можем, разумеешь, как има везе, или как, что. Кад нема кое, вот ту е само Ален и ту е Шакси. Ну, Ален и Шакси будут. Pa šta kad Alen ne zna na engleski, ne zna da li zna Šaksi? Alen bude s nami. Pa dobro. Ja mogu da prevodim. Pa dobro. Zdravo. Da. Привет. Значит, судить будем мы с тобой вдвоем, значит, датчики будем. Ты будешь своих судить, я буду своих. Нормально. Значит, все у нас по-честному, значит, все ходы записаны. Даже вот Змей записывает. Значит, я думаю, там роль арбитра, она минимальная, в принципе. Ну да. Люди честные, судим честно. Вот. Там единственное, что, значит, могут подсказать, когда загадывают руку. Значит, ну, они настолько, по-моему, синхронные, две команды, что они, наверное, даже могут без жеребьевки выбрать какой-нибудь один самолет. Ну, может быть. Давайте. Жеребьевку давайте, все. Потому что я не понимаю там, про что вы говорите. Ладно, все. Вы там объясните так, перед началом, там, это самое, там оружие сразу стреляет, не сразу, как нет, там не будет? Нет, вы правила должны были прочитать. Ребята. Ну да, то есть так и будет, да, вот это 30 секунд что, там. Значит, вы должны просто выполнять требования арбитра. 40 секунд задержка на оружие. Никто ничего значит, не нажимает, руками не трогает. Подожди, секунду. Значит, самое главное, когда две вещи, да, одна вещь, вернее, самое главное. Это, во-первых, слушаться арбитра, а вторая вещь, это, значит, победа присуждается не когда вам арбитр там говорит, что вы победили, а когда происходит захват зоны. Вот захват зоны. То есть, когда очки заканчиваются. Да, очки. И вот до захвата зоны вы должны продержаться в воздухе. Вот, а он где-то идет 15 секунд, захват зоны. Вы должны продержаться 15 секунд. В воздухе, значит. Ну и там у нас все равно в правилах осталось, естественно, там с целыми крыльями должны там быть, без открытого пламени. Крылья должны быть целые, значит, при захвате зоны, и, значит, открытого пламени не должно быть. Старайтесь его погасить или что-то там сделать. Так, а в принципе, значит, здесь сейчас проще все стало, вы будете по одному стартовать, значит, ну надо будет быстро соображать, и уже следующий должен уже готовиться, да, он приблизительно должен знать. Заканчивается один бой, пока там захват зоны идет, я у вас спрошу, значит, я у Вадика спрошу, кто следующий, он мне назовет, и следующий уже у нас готовится. Потому что будет по-английски, значит, в брифинге Зербах будет писать числе каждого боя, и будет писать 30 секунд ready, готовность. За 30 секунд вы должны, значит, этот человек должен готовность поставить, все остальные, не участники, все должны в арбитре встать и нажать тоже готовность. Вот все абсолютно. Только остаются участники боя у нас с горящими головами, да, то есть с иконками горящей башки, подсвеченные. Полигон еще не создавался. А в арбитре это куда? Нет, сейчас все задавим. Зрительные. В Тундре или в ТС? В Тундре. Там, ребят, ну там написано же арбитры. Вы что, в полигоне вообще тренировались? Я просто же стримиться, ну, записывать собираюсь. Ты тоже в арбитр должен вставать? Да? В Тундре, да? Да, там какая-то арбитра. Хорошо, арбитры, понял. Не, ну мы в Тундре, 2015 год сегодня. Значит, ну мы все время считали, что там называется режим зрителя. Ну вы же тренировались, вы же видите, вот я полигон включаю. Зербах создался, я не буду создавать сейчас пока. И там, значит, будет, там его видно, так и прям написано арбитр. Вот на него нажимаете, на арбитр, а потом готовность. И все, и сидите. Болт какой-то. Ничего сложного нет. Сейчас все стало проще. Друзья онлайн. Так, значит, вы у нас первые. Давайте пока время не терять. Пока у нас, значит, перемещайтесь. Матч 1, тим 1. Пароль 2014. Я зайду сейчас нашему. Только я хотел зайти, он выключил свой микрофон. Кто? А я туда еще и зайти не могу. Ну, блядь, меня прав всех решили. Куда?
Я вам в лобби.ру не могу зайти в эту комнату. В лобби.ру? Матч 1, тим 1. А, да, не можешь. Может, тебя притащим сюда? Ты тоже не можешь? Я не могу. Мы его таскать тоже, по-моему, не можем. Он, у него Можем. А, можем. Алекс. Алекс. По-польски кто-нибудь знает что-нибудь? Он реагирует только на польский. Ляйся, кто там первый, кто какой летит. И на чем? Ну, кто что хочет. На чем хочет, на том и летит, да? Так, вы мне мозг не ебите, блядь. Давай я вас ответственно хочу. Спрашиваю. Я последний хочу. Так, Феникс. Первый. Данч, ты чё? А Амшат на связи. Да, бля, это... У тебя тройка нарисован, полетишь третий. Я за Фениксом полечу. Катца, блядь. Пароль у Зербаха какой? Ух, какой пароль у Зербаха? Ну вот он создал полигон. Неизвестно еще, да? А, нет, неизвестно. А змей-то где? Не знаю. А куда он делся? Хочу я с вами. Малый. Они были католицы. Татарс. Ты правила читал или нет, Феникс? Нет. А что там такого нового? Они изменились. Короче, ты можешь улететь куда-нибудь с зоны, блядь. Он может вернуться на зону и захватить эту зону. Ну это как бы схему я видел, да, что так происходит. Это то же самое, что было в парнах. Да. Так а что, допустим, будет, если вот, ну, вот по одному, да, вы втроем выиграете, да, допустим, последний, блин, зону сдаст. То что, они победили, что ли? Вся ответственность на тебе. Мам, только тише сделаем. Вот заповедный мотив. Ну что, ладошки потеют? Топа потеет. Салфетка со спиртом наготове. Короче, блядь, в томском ТЮЗе поставили спектакль о православном ёжике, радостно утопившем на крещении белочку. В истории о православном ёжике ёжик уговорил свою соседку белочку креститься в речке, заранее зная, что она не умеет плавать. И когда белочка утонула во время крещения, ёжик заявил, что это чудесно, потому что белочка умерла православной, и весь лес закричал. Значит, пока мы здесь сидим, чтобы время зря не терять, значит, ищите симуляторные бои. Зербах создал, значит, комнату. Да, пароль там. Пароль 7150. Так. Я сейчас напишу на всякий случай, чтобы никто не был, чтобы в чате было. Угу. Так, а мы, кстати, не в эфире, там ничего, никто ничего не пишет. Сейчас не знаю. Нет, в эфире нет, я чисто пишу запись просто. Я потом вырежу, что скажешь, я вырежу.
А зачем вырезать? Не надо. Нет, ну если что-то криминальное будет. Что криминальное? Там. Яхмус только там матерится и все, больше там ничего нет. Материться и ликует весь народ. Материться в чистом поле. Так, это... Мы, кстати, определились, кто полетит первым, но я забыл уже. Можешь Феникс. Ты вообще самолет выбери сначала, определите. А что ты предлагал? Я не понял. Это сразу сказать, что полетим на яхте? Да это я просто пошутил. Да проведем жеребёвку, как положено. А, то я ни хера не понял, думал, команды друг другу, ты сказал, команды так хорошо знают друг друга, что они знают, на чем они полетят. Ну, они, скорее всего, тоже комфортно будут брать самолет для них, это Як-1Б, для всех он комфортный. Кемкин 112 для них комфортный. На нем еще никто не летал, РБшники не летали. А кстати, как там прошло? Прекрасно. Две команды только иностранные, значит, 1-8 выиграли, остальные проиграли. Ни хря, ни хрю, ни хря. Эту технику можно купить за 1600 орлов. Так, все. Ты знаешь, что я поехал в танки? Да, я знаю. Ты-то ладно, а Рева поехал в танки. Вот это вот сенсация была. Да. Это... Все, давай, погнали. Слушай, Абилич, сейчас вот они, допустим, это стартанут. Я вот арбитр включен нажал, чтобы мне следить за кем-то. Мне готов потом надо будет нажать? Да. Соберитесь, тряпки. Чем нас удивит Яхмус? Чем? Спитфайр будет стопудово. Ну, комфортный самолет. И пулеметики хорошо пилят. А у вас пары какие сейчас будут? Яхмус, Саныч, Феникс. Да сейчас Яхмус все скажет. Феникс, мистер Сэм, или как? Как капитан скажет, так и будет. Да, он еще может, что хочет сказать. Он выберет комфортный вариант. Да. Нет, просто никто не захочет сражаться с самолетом вместо того, чтобы воевать. Слушайте, я вот про эту команду никогда не слышал, вот против которой вы собираетесь играть. Ну, то есть сегодня вот летать. Единственный позывной это Зербаха, я где-то видел. Да, слышал. Я тоже. Я вон одного у них вижу, 134 сессии, 0 сбитых на земке. Так. Может штурм. Зербах, давайте посмотрим. 9-0 уничтожено воздушных целей. На земке второго тоже 0. Это все херово, короче. Макар. Ну, кишка. Кобра. Нет, мы летим на мессере, блин. Так, берете мессер, значит, берете звезду, выбираете. Вы звезда, команда звезда. Смена команды, звездочка должна быть у всех. Потому что я жеребьевку
проиграл. Кто первый вводит? Руку... Кого ставишь первого? Феникс первым летит. Феникс. Вторым лечу я. Третьим Саныч. Можешь не говорить, можешь изменить, потом разницы нет. Ну, все, ребята, вы все остальные, помимо Феникса, в режим арбитра переведите. Пока не надо, подождите. Так. Ну что, я готов. Поставил, значит, Фридриха. Фридрих четвертый ставит звездочку. Угу. Паш, сэр. Сэр Самуэль. Сэр Самуэль, арбитр, а не готовность. А, ёпта. А после того, как арбитр, готовность не надо нажимать. Надо нажать и сидеть ждать. Значит, подсказки разрешены по правилам. Какие подсказки? Любые. Значит, можете полностью подсказывать, они разрешены абсолютно. Право, слева. Хоть что можете, хоть все хором орать подсказывать. Оскорблять противника, значит. Подождите, а тому, кто летит-то, ведь можно оскорблять противника? 30 секунд. Не кашляйте так, вы меня, блядь, до инфаркта доведете. Так, все, готовы вы? Да. Феникс, готов, Феникс? Да, готов. Все, отлично. Запуск. Смотри, значит, сейчас мы запустимся. Значит, в чате будет команда. 5 секунд по твоей готовности, а потом старт. Тогда появляешься. Маш бой. Да, хорошо. Ты ж твою... Так, ты прогрузился. А вот противник твой, по-моему, нет, тоже прогрузился. Готов? Да, Феникс. Я готов. Да-да. Готов, готов. Жду этот чат. Сейчас будет команда, мы тебя озвучим и голосом. 5 секунд. Вижу. Старт. Поехали. И удачи. Так, а как туда попасть? Готов, что нажать? Не надо ничего. Да. Куда тебе попасть? Ну что? Ты что, не видишь ничего, что ли? Давай, пока я потом, все вижу. Потом, слышишь, сейчас помешаешь, пускай воюют, все тихо. А тебя врага вообще не вижу. Ну, разошелся у вас семья. Я получил уже. Видим. Один ноль. Так, ждем захвата зоны, окончания миссии. Так, значит, кто там что спрашивал? Сэм, ты спрашивал? Нет, ты уже видишь. Ты все видишь. Значит, появилась функция здесь. Минус-плюс, по-моему, по умолчанию. Значит, отдалить зум. То есть самолет будет дальше намного и удобнее будет смотреть в режиме арбитра. Минус плюс на клавиатуре, это, по-моему, зум.
1-0. Кто следующий? Я. Яхмус. Да, это какой-то пиздец. Феникс, ты... Ладно, молчу. Да на энергию он пошел сразу, да, надо энергию. Куда ты не туда переложился вообще? Ты спокойный. Матч только начался. Эксперты. Сейчас мы все здесь ляжем. Значит, все, кроме Вадика Яхмуса, все в орбиту. Так, а мне что надо сделать? Тебе выйти из орбиты. И нажать готовность. Да, готовность нажать. Ага. Сейчас в чате в брифинге напишут счет, напишут 30-секундную готовность. 30 секунд. Вадик, ты готов? Да, да. Мистер Блецкий, тупиковый ветвь. Человечество. Да давай, блин, возьми себя в руки. Вспомни Порт Артур, блин. Так, что мне... Ждать. Опять ждать. Если прогрузился, жди. Это старая команда, не обращай внимания. Я тебе все скажу. Угу. Появляйся. Появляйся. Он появился уже. Появляйся. Старт. Стартуй. Нажал. Так, а чё его? Не вижу. А, вижу. Что-то ты, видать, ему выбил. Да не, он так перекладывался, что... 1-1. Следующий кто полетит? Следующий Саныч. Саныч. Чё нажать-то, чтобы посмотреть можно было? Ничего не нажимать не надо. Кто там хочет нажимать? Ты чё, бой не видел? Да никто не хочет. Нет, я не видел ничего. Почему? А ну, чё, сказали, готовность же, в арбитр заходишь, становишься в арбитр, просто готовность нажимаешь и подгружаешься. Здесь даже когда уже бой идет, можно подгрузиться. Да, говорили, что не надо готов нажимать. Нет, говорили, как раз таки надо. Да. Жди, Вадик, жди. Мы захватили точку. Мы победили. Отличная работа, парни. Вот он, красавец. Я вообще ничего не делал, если что. Он сам упал, что ли, опять? Да. Конечно. Хвостиком, он, ты его винул. Авторитетом задавил. Хвостиком винул, да. Так, значит, Вадик, в арбитры уходи и готовность нажимаем. Все готовность нажимаем. Даже Саныч, давай. Дави. Саныч, готов? Ожидаем.
напился. Саныч готов, походу, я вижу. Пять секунд готовности. Старт. Жди сам захвата зоны. Молодца. В воздухе оставайся. Победа 2-1. Разорвался. Дай вот он, красавец, Саныч. Блин, я только сейчас понял, что там нажать вот это вот свободное вращение камеры и зрителя. А кто там это по столу долбит мышкой, блядь? Что ж в ушах звенит? Феникс, наверное. Кто полетит? Четвертый, Вадик. Я. А, да. Сэр Самуэль. Сэр Самуэль. Мы победили! Отличная работа, парни! Так, ну все точно так же. Самуэль, значит, у нас выходит из арбитра. Сейчас у меня еще загрузка идет. Ну, ничего страшного. Остальные все. Смотрите, если вы не успели в бой зайти, там бой начался, все равно ставьте готовность с арбитра, и вы зайдете, вы закинете в бой, ничего страшного. И в бой, как бы, в режиме зрителя. Сэм, готов? Да. Давай, сверкни интеллектом. Ожидаем. Загрузился, ожидаю. Все, да, загрузился? Сэм. Так, да, жму бой, да? Подожди. Не, не, жди. Наверное, нажал. Нажал, жди, нажал. Загрузка еще идет. Ну, ты правильно. Появился. Тогда правильно нажал. Тебя загрузка долгая. Ух ты, блин, мне солнце в лицо. Ем солнце в лицо. Перед тобой, ну видишь? Я вижу.
Не стрельни. Можно стрелять. Не болтаю. Можно стрелять. А, понял. Закончилась заморозка оружия. Можете открывать огонь. Всегда. Тут вверх тянуть будет. Не то кино смотришь, Игорь. Спокойно. Хорошо видно самолет отсюда. Пытка апельсинами продолжалась третий час. Что, порнуло, что? Да, я ему там выбил. Движок, жди захват зоны. А, блин, я уже тут падаю. Нет, надо смотри, нам тут, блядь, устрой нам смотри, праздник. Смотри, как воду еще хорошо сделали. Смотри, под водой, ага. Кораллы, блин. Да. А этих не видно, как. Там это, кстати, я вам говорил, да, там зум работает. Минус плюс, по-моему, там, по-моему. Ты, блядь, не работает, не работает у меня. Ну надо назначать. Меня тоже нет. Ну-ка, пока там захват зоны идет, я могу успеть. Блин, картинка стала еще лучше. Так. Управление камеры, по-моему, там. Чья пара первой полетит? Так а тут что, не будет сейчас дополнительный раунд? Зачем? Зачем тебе? Как раньше было. Зачем тебе дополнительный раунд, если вы 3-1 победили? Как мы 3-1? 2-2. Ну вот так. Он уже, блядь, себя в герои записал, блядь. Так, хватит, первая пара, какая пойдет? Ну я спрашиваю народ. Давай народ. Да что-нибудь умеет на мессере летать? Управляй давай. Ну летите вы с Санычем, мы потом с Фениксом. Ну давай, давай, Саныч, давай мы с тобой. Саныч, Яхнус. Перерыв нужен, Валик? Нет, нет, зачем? Ясно. Так, все остальные... Саныч, все остальные ты же понимаешь? В арбитры и готовность. Саныч, ну ты пойми, что это... У них перерыв 30-ку берут. Значит, 30 секунд перерыв. Я так правильно понял, ПР 30. Че такое 30 перерыв, секунд? Перерыв. Перерыв. Ждем 30 секунд. Он ролик. Пока анекдот закачал. Можно рассказать какой-нибудь. Значит, я нашел, где это. По повторах. Повторы надо и приблизить, значит, приблизить. Ой, да хер ты, Серега, сейчас оставим. А удобно, зум там, он сразу там метров на 50 от самолета камера уходит. И ты видишь, а в кабине, в бою нет? В кабине не работает. Говори где?
Да все, Антип, не говори ничего, а то я, блядь, заикой стану сейчас. Так, все, Саныч, Яхус, готовимся. Да-да. Сразу скажи, если ты подтюшу. Ну, блядь, на твоего, а готовы. Хер знает там из этой. Я говорю, если ты подтюшу, скажи сразу. Ну, в смысле, как ты подтюшу? Если на твоего пойду. Я появляйтесь, уверен. Они без команды появляются, вы тоже появляйтесь. А то Зербах пишет на русский уже, Иус. Я все понял. Блять, одного вижу, по-моему. Нет. Один. А второй где? Справа. Должен появиться. Сейчас узнаем. А ты где? А. Справа. Ну я тогда налево, ты направо, да? Ага. Давай, бейтесь, рестарт сейчас будет. Почему? Ну, его выкинуло из игры. А. Ну, сделаем рестарт. Не будем. По новым правилам сейчас перелетов нет, конечно, но... Пойдем навстречу. А? Вы не против навстречу? Мы не против. Я знаю. Начинать жизнь с обмана не стоит. Да, 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 ты правильно. Тем более, да. Мы, так сказать... Отцы-основатели гладиаторов, и нам не пригоже мне требовать там что-то. Так, сейчас закончится. А как же, блядь, силы нет, дави на глаз. Лучше помни Порт-Артур. А что там было? А что, сейчас ждать, пока очки уйдут, как? Да, захват зоны произойдет, не выходите никуда, не надо выходить. Сейчас пойдет захват зоны. Подожди, Серег, а ты обещал сказать, где камеру отодвинуть? Повторах, короче, повторах. Там по умолчанию shift, сколько там, подскажи кто-нибудь. Shift up, shift down, по-моему. Да. Но я себе на левую правую кнопку назначил. Удобно очень. Когда смотришь, там уже мышка не задействована никак, вот, в режиме арбитра. А левая правая кнопка как раз как бы в этом смысле пригодится. Так, сейчас я. Раз повторю, посмотрю еще раз. Плюс-минус поставил себе, удобно. А где это назначить? Ну, назначить это значит там управление, повторы там. Повторы, значит, смотри, повторы. И назначить кнопку снизу. Может, мы зря кнопку разбились? А что-то не... А, у нас все пошло. Да вы сделали правильно, спокойно. Да-да, Саныч, я справа, ты слева, все правильно. Возвращаемся на базу. Если ты закрутишься, короче, я выскочу хорошо, я пойду пробивать твоего. Понимаешь? Ну да. Так, парни, готовы. Ну давай каждый со своим закрутимся. Вадик, готовность ставь. Не будут скрещивать. Ну если не будут. Блять, я тебе говорю, я их что-то на схождении херово все-таки вижу. Я сейчас видел одного перед собой, а где был второй, я вообще не понял. Ну подсказывайте, у вас же есть остальная команда, которая. Мы-то здесь, мы подскажем. Я на нем, я на ихних игроках. Разрешены подсказки. Не, я почему молчу, чтобы типа не сглазить, как бы. Ну там мешает подсказки один на один. Так, давайте пусть Антип один, определимся, подсказывает, и все. Не, Антип, я только на... За Яхмусом, я сижу на их пилотах. Не надо это, Антип меня пугает. Он... Если Антип не подсказывает, я тогда подскажу. Он как Феникс крикнет, со Санычем он... смотри тогда, хорошо? Я чисто покажу, где, если потеряли чего-то. А так... Право-влево, там вверх. Я и говорю, когда Антип кричит, у меня новгородский вечевой колокол в голове, блядь, начинает звучать там. А сейчас нормально?
Ну, вроде нормально, так, нормально. Да. Нет, ты когда говоришь нормально, если крикнешь. Да, ты начинаешь кричать. И там... Да я когда рубно. Да, мы знаем. Тебе надо закрыть дверь. Не, я микрофон засунул в наушник. Ты, наверное, соседям в долг дал. Почему? Чтобы они до тебя не доебывались. Когда ты орешь. Так, следите, я курить пошел, я нервничаю. Начинается. Вовремя брошенная спичка приводит к пожару, блин. Ну я понял, ну хер его знает. Так, они замену сделали. А вот этот у них завис, пилот. Так. А у них зербов не летает? Что сейчас будет запускаться? А кому Феникс? Очень... Феникс, ты кому проиграл? Аспирингс или что-то как-то так. Ага. Капитану. Аспирингс. Он появился. Так, а он не летит. По-моему. Ну там дело не в оппоненте там, было, я там сам. Не этот выиграл, а Феникс проиграл. Ладно, да, ладно, все понял. Ich verstehe dich. Так, это... Что, можно жать? Подожди, ну, да. В чате должен быть старт. Понятно, понятно. Если будет фальш старт, тогда я вам разрешу вылететь, если они с их стороны полетят. 5 секунд. 5 секунд готовности. Давайте, Алга, они вылетели оба. До команды старт. Танч, ты у меня, короче, впереди уходишь налево, я уходишь направо. Так, вижу, один, второй, все, принял. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева. Так, вроде высота наша, по-моему, не гребут ни хрена. Перекрест. У них пошел. Ёпта. Ага. Все, понял, блин. Понял. Блять, зато сейчас как это. Саныч, ты можешь, по-моему, Нет, не заходит пока. Саныч, не отпускай его. Он немного с энергией. Блять, твою мать. Ты, Саныч, атака! Ага, пролетел. Прошел. Вверх. Ушел вообще. Хуй его знает. Я за своим еле смотрю. Он... Он, короче, в сторону ушел. Вы там втроем остались. Вот он сейчас возвращается только к вам. Блядь, Саныч. Нашел его? Да, и этот по тебе палит. Да что ж. Саныч, он тебя бросил. Саныч, атака. Да я не могу попасть ни хера. И этот по мне сейчас зайдет. Блять, он крутит херню какую-то. Третий, блин, пока выпал из боя, блин. Все, это, смотри затем. Я в этого вцепился вроде. Так, у кого-то 6 сейчас. 6. Правда, да, далеко.
Внизу. Кто внизу из вас? Есть. Один готов. Саныч пошел куда? Снизу атака, блин. Снизу он. Все, все. Я не вижу. На нижнего пошел. Саныч слева внизу. Все, все, вижу. Все, не орите нахер. Саныч, выпрыгивай вверх. Выпрыгивай вверх. Ты... Попал. Все, он попал. Крутанулся. Рулевый, блин, он сейчас разобьется. Ой, блядь, что я делаю, ёб твою мать. Не знаю, что ты делаешь. Так, 1-0 в первом тайме. Вторая пара кто? Они. Они это кто? Феникс и Сэм. Вот, теперь я понимаю. Блядь, я по привычке полез на землю. Твою же мать. В угол и розгами. Я же первый. А почему я следил за этими, за врагами? Я... Ну и что, там стрелочки внизу, видишь? Стрелочки внизу, влево-вправо. Там можно переключаться на кого хочешь. Да, понял. Ник нажимаешь, не надо стрелочки. Вот ник, кто тебе нужен, на ник нажимаешь слева или справа, и на этого пилота ты переключаешься. Прям мышкой. А чтобы вращать камеру, тыкни на курсор, который рядом со стрелочками у тебя активируется. Да, и курсор там все везде. Так, значит, Сэм, у нас Феникс готов. А, да, че это самое? Никто на месте летать не умеет, кроме меня, да? Командир у нас. Нету желания ни у кого с нами сюда прокатиться. Давай. Так, давай, змей с Сэмом. Да, Феникс, зрители уходят. Ну, может, лучше Антипа, слышишь? Прекратите. Нет, Антип, он это, он очень жираф виднее. Сейчас. Феникс, зрители, уйди. Ага, все, вижу. Так, все, готовы, парни? Да. Да. Эй, ты наверх сразу, да? Ну да. Может оба? Давай оба наверх ходим. Ты влево, я вправо. Я буду наверх уходить в твою сторону. Влево. Угу. А ты уходи вправо, Майя. Так, прогрузились оба. Что, в бой можно нажать? Да, есть. Сэм может нажать, у него долго. Сэм, можешь в бой нажать. Я нажал, уже загрузка идет. Долго, да. Старт. Так, пока никого не вижу, слепит, блин, меня опять. Ну один. Так, я влево ухожу, обоих вижу. У тебя на 12 ровно. А, я вправо ухожу, Сэм, я вправо. Я справа от тебя. Ну давай вправо. А, вижу, все, нормально. Давай растянем их чуть-чуть. Растяни вправо. Ты высоту хотел грести, греби. Ну пока. Вы чё, по парам распределились? Там он у тебя справа. Я вижу, вижу. Я на него и иду. Тебе надо снять его с другого раза. Попробую. Кританул. Кританул змей твоего. Там смотри мой где. Сзади у меня должен тянуться. Идет атака, атака сейчас будет. Ребята, оставайтесь вверху, бейте верхнего, нижний слишком низко ушел. Вижу, нет, я взял этого второго. Вот этого и бей. Вот только не отпускай его. Все, этот провалился высоко, низко, я за ним слежу. Работайте. Не столкнись. Змей, наверх уходи, я за ним хорошо сижу на шести. Не сливай энергию только. Ты мне тоже можешь включить, кстати, забыл сказать.
Да, да, не знаю. Вот змей, нижний потянулся вверх, этот к нему вытаскивает. Смотри, одна атака может быть на нашего. Вот на Сэму на 6 заходит потихоньку. Давай его бери, змей. Я не вижу Сэма, потерял на земле. Я внизу. Да, это, дымы. Ой, бля, он не выходит, слышишься? Это жесть. Флаттер, потому что, бля. Ой, бля. Забыл ты про флаттер. Вот и здесь. Змей, у тебя один, тот подбит сильно. Тебе этого убить только, который в низах, лезь наверх. Как буду. Что мне остается? Тот второй критованный очень. Он дымы дал. Смотри его. Он с белыми дымами. Выключил. Сейчас захожу на какого-то. У него энергии мало. Ты на нижнем не уходи. Не уходи на нижнем, выпрыгивай вверх. Выходи вверх. У твой сзади справа, на твоей высоте. Ты сейчас выпрыгнешь. Ровно на шести. Да. Нижний тебе не страшен, он там внизу ползает, потом убьем. Ты вот он на 6 часах идет на тебя. Слева внизу, слева внизу. Положи на, самолет. На левом крыле сейчас можешь атаковать. Вот он. Выходит на тебя, видишь? Энергии нет. Огонь. Не вижу. А, наверх, вот наверх, проскочил. Сразу наверх. Опять наверх. Вот вниз упал, да. Вот он сейчас уходит поперек твоего курса вниз. Ладно, 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 все, он типа он его видит. Видит? Змей, тебе надо вцепиться в шестерку, а... И не попал? Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, он проваливается к озеру вниз. А за вторым следит кому-нибудь? А он один вроде остался. Да? Право внизу. Нет. Правее, правее змеи. А правее, второй у меня горит это. Вся скорость набрать надо. А второй набирает. Слева, слева. Левее. На выступе. Впереди. Ты вертикально лезешь, а он горизонт размазывает вроде. Так, наводите на противника, потому что... Да, это знаю. Так мы к пассивному ведению боя перейдем. Вот прямо 12 часов у тебя снизу. 12 часов снизу вон он идет. Сейчас левее, левее, левее. Справа налево идет он. Да прям на 12. Сейчас он у тебя на 9 часов, вон снизу. Эй, да заходи ты ему на 6 спокойно. Я захожу, ну такой какой это. Какая разница? Это не то. Сзади, тот сзади у тебя, на 7 часов. Не сбивайте, пусть одного собьет хотя бы. Да тут не ты, он сейчас вам... с точки улетит так. Значит, я вам говорю, смотрите, здесь есть зона, захват. Поэтому смотрите на карту. Его же на зону разводят. Он выходит из зоны боя, блядь. Захвата не будет, если один из них вышел. Какая хуйня. Подскидывай скорость, чтобы не было такой фигни, как у меня, блядь. Думается, неуправляемо. Да, тебе бы ему вцепиться в хвост. Вот они сейчас оба. Они оба там, в той стороне. Он разгоняется в лоб. Снизу. Вот, на этого не переворачивайся. Не переворачивайся, блядь. Нормально. Отлично, отлично. Сейчас второй зайдет, блядь. Шесть. Второй там никак учти этого убить нам. Попал? Попал? Да. Наверх сразу уходи. Заходит, шесть, стреляет, шесть. Этот не достанет. Давай по спирали. Достанет шесть. В одном в этом. Вот так. Дотянут они. Не дотянут.
Давай, давай, вверх, вверх, вверх. Как не дотянулся. Дотянут. Да, да, все. Ой, блядь, ну как ты. Ага. Выше, выше, верхнего бери. Нижнего. Вот он над тобой сейчас прокнесит. И сразу вверх. Сразу вверх ходи. Так, у одного лерон выбит. Под тобой сейчас один низко очень прошел. Второй тоже не дотянул. Слева, слева змей. Вот он. Да какой там? Право. Ты в штупор не свой. Он у тебя на это, на четырех часах, он с дымами. Угу. Видишь его? И оба сзади. Сейчас я на тебя разгоняется на тебя. Один на 6. На 6 часов снизу. Осторожно. Вижу, вижу. Вот заднего бери, вот этого, да. Не проваливайся. Не проваливайся, да, направо иди. Вверх выпрыгивай, не проваливайся. Вот, вот справа под тобой, раз, вот этого пока, не проваливайся. Пусть они там внизу бошкаются. Вот этого с дымами, который это, его убей. Один завис, сейчас будет падать вниз, а вот этого с дымами добивай. Этот не потянет. А, второй проваливается вниз, берешь верхнего. Вот он на тебя переворачивается, опять проскочил и вверх. Ты вот на этого можешь зайти? Вот что сейчас на 6 вы такая выкладываете. Этот дотянет. Стрельнет мне. Угу. Меняй траектории. Хорошо. Нормально, нормально. А кто по нему должен был стрелять? Вот он этот, блин, засрать. Так он это уже наши. Это не обращал внимания, нормально. Вот они в парочку выстроились, теперь тебе легче ориентироваться. Они в этом хвосте. Друг за другом летят. Теперь ты можешь обоих это, перекручивать вверху. Да нет. Валится собака. Они так тебя достанут. Надо один не достанет. А свалился, вот, свалился он. Вот этого бы сейчас. Вот, да, да, да. Вот, вот змей, он слева у тебя. Оба свалились. Ебашь, 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 стреляй, атакуй, стреляй. Атакуй. Не гляди, не гляди. Топори, бросай. Молодец. Есть, есть. Вверх сразу. Так, вверх, сразу вверх. Энергию сразу набирай. Вверх уходи. Да. Это тот, которого я, это целый будет, потому что мне помощь дали. Вот этот второй, он целый. Шесть плохо. Выше, 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 выше. Поздно, нахуй. Нормально, нормально. Выше, выше, он сейчас как свалится, держи закрылками. Да у него энергии до хера, вы что, болеете? Вот он вперед вылетел. Подсказывай сам. Как показывай. Он ни разу не попал сейчас. Ну конечно, он, блядь, уже пробитый. Вы что, слепыши? Ай, блядь, он, у него энергии немерено. Вы ему, блядь, кричите, тебя оттяни. Конечно, переворот вниз, блядь, надо было давай. Делать. Пестом у тебя плотно. Змей, ты сильно пробит? Не важно, как он пробит. Тебе надо будет его скидывать, сейчас змей. Сейчас мешайте ему, дайте ему его. Змей, он на шести, надо раскачивать. Знаю, знаю, сейчас буду. Раскачивай, раскачивай. Тихо, 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 не разгоняйся, а то уйдешь в этот керосин.
Все, перелаживайся, перелаживайся. Угу. Давай, давай, крути, крути, ну, блядь, блядь. Угу. А, крутить могу в одну сторону и чуть-чуть. Видно сильно, ну ладно, тут. Пизда. Пропускай, змей. Все, молодец, пропустил, добавляй газ. Газ добавляй. И влево, ты у него на шести. Вот сейчас будешь стрелять. Выпрыгни повыше. Не-не, он сзади. Повыше чуть выпрыгни. Вот, все, теперь оттормозись. По крылочке. Выходишь в нос, выходи вверх. Ты опять вперед выходишь. Говори, я в эту сторону вообще не могу. Ох ты. На посадочных надо тормозить. Держись, держись. Левее, дай столкнетесь. И побед за вами будет. О, давай, 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 давай. Перан перед тобой сейчас выше. Да нет. Нет, нет, выше, нет, выше, нет. Выше он. Выше ушел. Мотор стал. Так, 1-1. Кто полетит у тебя решающий водик? Ну, мы с этим. Танычем. Да, ясно. Агрессивнее. Вообще, самое главное, это вначале надо было агрессивнее. Когда ты один остал против двоих. У них был момент, когда они разделились. Один вообще куда-то... Да, одного вверху можно было сразу убивать. Ладно, ты... ладно, это, змей никогда так вообще не делал. Не Змей никогда агрессивно не летал. Шу это. Я вообще их терял в раз, да? Я их почти не видел. Это просто, блядь, саботаж сэра Самуэля, блядь, его вот этой вот. Он, блядь, нервничал, уже сел плотно на 6, блядь, на блага скидывать, а я не скинул. Проигранный бой, выигранный бой, блядь, слить, блядь, на этом воткнуться. Вроде трезвый. Но он неуправляемый был, скорость большая, видно. Да знаю я. Ну надо же. Рули, это ловит. Его фирменная фишка. Саныч, включай, блядь. Саныч, включай фонари. Так, значит. Меня уже шея отваливается, блядь. Вот сейчас последние вот эти полетят, которые летали. Не будет пиперыв. Не, не надо. Пиперыв. Пиперыв 30 секунд. Якус, сыграй что-нибудь на губной гармошке. Нету. Нету. А у так. Тебя же есть какая-то вот эта чукотская это вот эта херня? Есть, да. Сойдет. Для поднятия вот. Духа. А шабанского бубна у тебя нету? Он у меня на голове, мне вместо головы. Это, Саныч, чё там это, каждый в своего, да? Я схождение то не понял ни хера, конечно, но это... Саныч, ты ушел или ты тут? Не, ну я тебе говорю, это, давай каждый со своим там и цепиться и не отпускать. Что? Разобрать, ну я понял, понял, да. Ну они как-то перекрестили, я вообще ни хера ничего не понял, блядь. Верхний, нижний, я даже, блядь.
Я поэтому и отстал, блядь, долго выбирал. Стрельба, конечно, просто какой-то болт. А так все нормально. Вот все сами проигрываете. Да ладно, карку, ладно. Нормально все. Я не каркую, я то, что вижу, то и говорю. А Кин? Забыл, что Фридрих, блин. Прости, да может. Не только Фридрих. Так. Да я уже выпустить успел, и закрылки, все, вообще ничего не помогало. Если бы и на яке я спокойно закрылки выкидываешь, он выходит. Триммер надо использовать. Триппер. Триммер далеко на клавиатуре. Времени не было. Поэтому их носят с собой. Ай, блядь. Саныч, не жми, ждем. Да, и ничего не трогай. Нервы утром. А, вы такого нету? Пять ИУС. Дерт. Вроде. Я их не вижу пока. Оба появились. Вроде, да. То, что ли, будут перекрещиваться, нихера не пойму. Вроде идут ровно. Мой правый, я прям с ним, короче. Так, Саныч, он на Яхмаса пошел. На Яхмаса пошел. Встраивайся. Отлично. Ага. Мой разгоняется и, по-моему, к тебе. А, нет. Яхмус дотянется. Блядь, сука. Бросил, да. Бросил, он стопоре. Стопор. А нет, выровнялся, сука. Саныч, добивай, блядь. Третий, где у них? Второй, то есть. Саныч, на 6 заходит, блядь. Да. Сзади. Хуярит, я не успеваю, у меня... Ну нормально. Да у меня левое крыло, пиздец ему, блядь. Так, а, не бросил он тебя, не бросил. Опа. Не торопись. Не торопись, встань как следует. Нет, даже нет попаданий, блять, а. Торопишься. У кого-то вот. Плотная шесть, у Саныча, да? Да. Пиздец-то. Вас трое осталось. Вас двое против одного, блядь. Ага. Один на один. Готов. Нет, прошел, блин, сука. Во какой гад. Третьего спокойно. Нету. Спокойно, на. Молчи. Не мешайте. Он сам нет, блядь, он не выйдет.
Тремера, блядь. Да какие тремера, Серега? Ты че, на таком крыле, блядь? Это ты, блядь. Это шутка юмора. Не тремера. Сорвался Ян Яхмас. Блять, это ты, я ты, сорвался. Ты зачем перекладываешься? Да я не перекладываюсь, о чем ты говоришь. Он дымы дал, но у него нету третьего. Да все уже, все. Отыграли. Так, значит, счет у нас 2-1. Значит, и третий тайм заключительный. Здесь уже дополнительного не будет. Вы проигрываете 2-1. Саныч, а ты как в скалу-то эту нашел? Молодцы, ну. Я стрелял, ну я тебе говорю это. Я чуть нос приподнимаю, меня валит, блядь. Мне всадили очень хорошо. Нет, слушайте, у них вот один остался, вы вдвоем там. Вадик, четверка та же летит. Ну я не знаю, Феникс, чё ты это? Чё, да я могу лететь ещё. Ну все. Я просто Феникс. Это самое. Спросил, если кто умеет на месте летать, лучше вместо меня слетать. Очень Вадик, хорошо ты пошутил. Феникс, Сэм, я и Саныч, чё? Да не в орбите. Перерыв 1 минута. Я пошел курить. Да далеко не уходи. По-быстрому давай. У меня не очень получается там. Но у кого получается очень? Бля, меня сейчас просветите тупого. Вы вдвоем остались против одного? Ну и чё? У меня Яхмас остался 1-1. Почему против одного? Не, сначала 2-1, потом Сэм этот Саныч сдался в гору. Сбился, да? И остались 1-1, но Яхмас пробитый. Да. Нет, ну... Да блядь, что ты хочешь сказать? Я не могу понять. Вадик, спокойно. Что мы должны были рачительно это? Ну, шестерка. Нет. А чего? Что все заебись. Вадик, смотри, его на левое крыло тянет, надо газ чуть прибирать. Нет, там же попали до такой степени, если б я газ прибирал, блядь, он вообще сыпется. И стреляешь очень сдалека, надо поближе наверняка. Поближе я его просто не догонял. Ну, надо как, ты уже и в первом бою, у тебя такая же стрельба, сдалека фигачишь, блядь, веером каким-то сышь, блядь. Попадаешь ты, реально, видно. Да пусть, блядь, это видят, что стреляют. Все равно дергает нервы. Саныч, а что ты его, блядь, пропускать не стал? Я не могу понять. А, раньше надо было. Ладно, хуй. Тремера вообще не вижу эти на них. Зачем они тут были нужны? Ну, стример высоты, блядь. Надо постоянно с ним работать тоже. Иначе он с затяжеленными рулями, он не выходит, блядь, из таких петель, блядь. Вот как ты там чуть не вмазался, блядь. Весна, тример руля высоты настраивает. Серег, ты не о том говоришь. А что не о том? Я тебе говорю, у меня крыло не тянуло, блядь. Не, я тебе не про крыло твое говорю. Вообще, ты говоришь, зачем они нужны? Я тебе не про крыло говорю. Я тебе про триммер говорю. Триммер руля высоты. Он должен здесь, блядь, задействован быть. На миссере на этом. Потому что у него затяжеляются рули. Так, готовность есть? Да, да. Да, есть. А, Сэм, тут что? Здесь. Пока.
Да посмотрим там по фронту. Ну надо, блядь, это самый простой, это, короче, это, на 6 садиться и не отпускать. Разбирает каждый одного и все. А то сейчас с парами мы наградим ими. Так, когда тебе нажимать не... можно? Ну скажут тебе. В чате будет команда, и я голосом озвучу. Феникс, уйдешь наверх, наверное, да? Посмотрим, на кого-нибудь, может, зацеплюсь я. Че там уходить-то? Что-то у них только двое, блядь. Старт жмем. Старт. какой-то, блядь. А чё, 3 на 3 сейчас, что ли? 4 на 4. 159-й стайл он называется. Так. Вас вижу, я сам справа, сам окраин. Я их пока, наблюдаю. Так, ты бери это, Сэм. Твой правый самый. Я беру это, второго, Саныч. Ты самого нижнего. А я только одного этого вижу. Вот он напротив Феникс тебя. Феникс самого левого. Он вверх потянул сразу. Ну, пошел на кого-то наверх, что ли, вон, за кем-то. Пять еще нельзя. Сэм, шестерка у тебя. Шестерка. А Сэм за тобой идет. Феникс 6. Яхмус 6, Яхмус. Феникс, шестерка, я ее беру. Феникс, плотно бросай. Пробил я твою шестерку, Феникс. Еще раз пробил, хорошо его. У меня вроде это 6, по ребят. Кому это меня сажает? 6. Ну брось вниз. Красава. Вроде бросает. Так, кто за моим идет? Блять, не свалиться. Так, один убит. Феникс за тобой. За мной так идет, да? Идет да, за мной. Да, я за ним иду. Блять, а... Пробил я его очень хорошо. Очень хорошо. С тобой идет, Феникс. Так, Саныч кого-то убил, минус 2. А где еще один? Один за Фениксом идет. Да, слева. Вот. Яхмус, слева бой. Сейчас справа, вообще ли, внизу. Один вот, за кем не идет. Пошел к вам, Сэм. Он вверх, Яхмус перед тобой. Понял. Отлично. Их ферште. Я своего не отпускаю и иду за ним. Ущелье будет где-то. Смотри, гора. Там есть шестерка. Разбился Яхмус твой. Давай, пошел к своим. Яхмус к воде, вон так к озеру пизду, на пляну. Ну их там трое, они что, я, блядь. Один у них остался, сами не разбейтесь. Здесь у меня. Все. Ни у кого шести нет. Здесь захвата зоны. 4-2. Победили. Поздравляю. По крайней мере, значит, Густав выиграли. И 1500 голды. Это называется 159-й стайл. А Густавы хорошие там, кстати. Г2, его в игре нету, между прочим. Он только премиумный. Простой. У меня две помощи. Я должен был сбить два самолета. Кто украл? Я? Не знаю, я твою шестерку забирал.
А Майсарата практически не тренировали. 159-й карьер. Вообще не тренировали, можно сказать. Типичные русские. Создают себе проблемы. Извините, что потрепало вам нервы. А потом за второй бой их преодолевают. Там выигрышный был бой, блин, моя вина. Посмотрите на тренировках тримера высоты, как они работают. Проверьте, потому что на этом самолете у него тяжелые рули. Yes, on your personal. Тусму. Ауэ. Да. Hello. Привет, привет. Привет всем. Привет. Всем привет. Спасибо за бой. Здравия желаю. Это было интересно, ребята. Что это было с такими вот врезаниями в стены? А мы с пилот ребята... сидит. Наоборот, у нас пилот сидит. Он задом наперед летает. Нет, это... Ну вы прям так, это... Стены, это все нормально. Он же врезался не просто так. А значит, вы ему проблемы да. создали. То есть, я тоже... это называю... Якус, можете я перебью? 159-й стайл. Это у нас такой это стиль у нашего сквада.